Здравствуйте, дорогие подписчики! Мы находимся в Санкт-Петербурге. Этот выпуск будет посвящен вкусным местам, ресторанам и кафе. И начнем мы этот выпуск с обзора ресторана «Марчеллис». Это сеть ресторанов по городу Санкт-Петербургу. Ребята, открытая кухня, где вы можете увидеть, как готовятся ваши блюда. Идем в ресторан «Небо и вино». Без Дубальгиса вряд ли вы его найдете. Так, надо подняться на 4-й этаж. Уютненькое кафе, есть бар, здесь столики, еще один зальчик, такой более приватный. Но мы идем еще выше. Очень такое, я бы сказала, питерское заведение. Есть выход на веранду. Здесь вот такие вот столики на свежем воздухе. Конечно, сейчас уже прохладно здесь сидеть, но вид просто потрясающий. На крыше Питера, Исаакиевский собор. Есть вот такие интересные домики, в которых можно посидеть. Но, по-видимому, девочки все равно сидят в пледах, значит, все равно прохладно. Попробуем, чем нас здесь накормят. Мы пришли в еще одно заведение, Сидерия на Маховой. Вот такое интересное заведение. В данном кафе более 260 сортов сидра с разных стран, разного вкуса, крепости
и также делают напитки, коктейли на основе сидра. Кафе Три Зала. Посмотрим, вкусно ли нас тут накормят. Вот еще один зал. А4 напитков. И вот такая маленькая менюшка-раскладушка по кухне. Делимся с вами еще одним прикольным местом в городе Санкт-Петербург. Это такой вот ресторанчик. Здесь есть вот такие приватные комнаты на компанию, оформленные как старинные лифты. Прикольная, кстати, локация для фотографий. Есть столики для больших компаний, для компаний поменьше. Фишка этого ресторана – движущиеся картины. А сегодня здесь еще будет стендап. Ну что, друзья, как у вас настроение, как у вас? Будьте любви. Ну что, друзья, давайте встретим заключительного комика. Готовы встретить завершающего комика? Походу, никто рад, что завершающий комик будет. А кто хочет еще вот все вот это слушать долго? Особенно первые семь. И вот, у меня жена просто врач, она сказала, что у врачей есть такое понятие, как врачебный юмор для поддержки пациентов. Я когда на МРТ проходил, знаете, МРТ, это когда тебя погружают в это пространство, в гроб какой-то, да, и там, а у меня клаустрофобия, я боюсь замкнутого пространства, я говорю врачу, я не выдержу 20 минут, у меня боязнь замкнутого пространства. Там еще музыка играет, как будто тебя отпевают. А врач типа решил подбодрить шуткой, говорит, а если ты сдохнешь, ты будешь вечно в замкнутом пространстве. Есть места за баром. Очень длинная барная стойка. Еще одна фишка данного заведения. С воскресенья по четверг здесь проходит пивной безлимит. Это значит, на человека вы платите депозит 1000 рублей и берете пиво, сколько сможете выпить. Ну, к сожалению, ограничения по выбору – это либо бланш, либо светлое пиво. Но, тем не менее, прикольно.